Антисептики и средства индивидуальной защиты по-прежнему востребованы в медицинских учреждениях. В Одинцовскую областную больницу передали партию антисептиков для персонала и пациентов от правительства Московской области. К нам сегодня поступило более 100 упаковок лактика НД, дезинфицирующие средства, которые очень нам необходимы, тем более в условиях пандемии. Огромная благодарность выражаем, которая пойдет на все подразделения нашей больницы. По словам медицинских работников, антисептики в больнице расходуются быстро, так как проходимость очень большая. Акции в поддержку медиков будут проводиться регулярно. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».